Колючий рак – вид раков семейства камбарида. Он произрастает на восточном побережье Северной Америки, от Квебека до нижнего течения реки Джеймс в Вирджинии, но также был завезен в Европу, является переносчиком рачьей чумы, которая приводит к гибели аборигенные виды раков. Может замещать аборигенные виды раков и через прямую конкуренцию за ресурсы. Длина тела 6-11 см, живет обычно меньше 4 лет, имеет низкую пищевую ценность. Питается в основном водными растениями, но нередко в его рационе моллюски, черви, водные насекомые и их личинки, погибшие рыбы, лягушки и их икра. Встречается в самых различных типах водоемов, включая и холодные быстротекущие воды, но предпочитает спокойные глубоководные места обитания. Водоемы при этом могут быть богаты органикой, иметь различный тип грунтов и разную степень развития растительности. Устойчив к дефициту кислорода и загрязнению водоемов, имеет высокий темп роста и короткий жизненный цикл.